Я с места отвечаю. Я не пойду, мне очень тяжело. Переступить через стол. Нет, нормально. Окей, вообще наш проект родился там буквально за неделю до хакатона в Одессе. Да ладно. Андрей мне лично позвонил и говорит, что да, вот как бы проект есть. Да, вот у нас есть. Есть ли смысл подаваться? Точнее, есть идея. Да, у нас была идея, вот буквально за день до хакатона мы спаяли эту камеру, чтобы она показывала, будет спектр в законе легко. Прошло 2 месяца, и мы сотрудничаем с Министерством аграрной политики, но это уже как бы само за себя говорит, насколько нас сильно пушнули и здорово. Вот. Большое вам спасибо, ребята, очень крутая организация. Крутейшие менторы сильно пропачили наш проект, и мы теперь все. Надеюсь, будем. Ну и вас. Как бы приступ строили.